Скажите, как вы относитесь к феминизму? Ой, резко, негативно отношусь. Но они какие-то очень радикальные стали в последнее время, поэтому я очень сильно их не люблю. Ну, я вам так, ребята, скажу. Всегда был в России домострой, как бы. Я не придерживаюсь, конечно, домостроя, да? Но считаю, что все-таки по главенству мужчина, он впереди. С высоты своих лет прожитых отношусь положительно. Это хорошо. Если это в меру, то хорошо. Женщина должна быть правителем семьи. Правителем прям? Да, ну что, управлять семьей должна. Диктатором, узурпатором. Да. Сильно независимой особой. Феминизм нужен? Да. Я вам скажу проще. Мужчина должен быть защитником и добытчиком, а женщина – хранительницей очага, женой и матерью. Вот и все.